Самые подлые знаки зодиака, по мнению Джуны. Проверьте, входите ли вы в этот неприглядный список. Подлость, качество, мягко говоря, далекое от благородства. Но что делать, если уж заложено оно в вас, то лучше принять этот свой недостаток и по возможности исправить. А вот астрологи считают, что своей подлостью человек обязан звездам. Причем далеко не всем знакам зодиака так сказочно повезло. Так давайте вместе узнаем эти знаки зодиака. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться. И да, самый точный прогноз на будущее уже есть по ссылке в описании. А мы начинаем. Первый знак – лев. Лев – король, и никто не смеет в этом сомневаться. Отношение к себе требует царского. Он импульсивен и часто действует необдуманно, о чем потом обязательно сожалеет. Именно поэтому лев не возглавляет список самых подлых знаков. Однако с препятствиями, проблемами и людьми, которые его разочаровали, он расправляется безжалостно, пуская в ход все свое коварство и подлость. Ради себя и своих целей он готов практически на все. Дорвавшись до власти и общественной любви, лев становится деспотичным. Его эго заставляет игнорировать чужие желания и потребности. Второй знак – Скорпион. Это один из самых сильных знаков зодиака. Подлость у Скорпиона в крови. Он безжалостен не только к врагам, но и к близким. Способен уничтожить морально, расчетлив, хитер. Если при общении Скорпион почувствует вашу слабость, он обязательно воспользуется этим. Представитель этого знака обладает способностью влиять на людей и направлять их по определенному пути. Третий знак – Дева. Дева знает о своих недостатках и даже старается с ними бороться, но иногда ситуация выходит из-под контроля. Как только на Деву нападает хандра, она становится невыносима, и взывать к разуму бессмысленно. Дева умеет и любит плести интриги, не гнушается сплетнями и слухами ради очернения своих врагов. А вот ради близких готова на все. Правда, в ответ ждет благодарности и уважения. Если этого не последует, начинает мстить. Способна на предательство ради личной выгоды. Если вы перешили такому человеку дорогу, не сомневайтесь, расплата будет жесткой. Четвертый знак – Козерог. Один из главных недостатков Козерога – беспричинная злость и скрытая агрессия. У него часто случаются необъяснимые эмоциональные вспышки, причем понять причину невозможно, он не показывает своих переживаний, что и делает его очень коварным. Разговаривать с разъяренным Козерогом не просто бесполезно, а опасно для жизни. Если вы вывели такого человека из себя, он будет мстить. Причем хладнокровно. И пятый знак – это самый подлый знак зодиака. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня он за вас, а завтра – против. Они уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам. Не стоит верить, если вы услышали от него признание в любви. Спустя некоторое время вы также можете услышать в свой адрес проклятия и ругательства. Его реакцию невозможно предугадать. Он в любом случае выкинет что-нибудь неожиданное. И это близнецы.